свет крадет у тьмы владенья. Безмятежно разлилась ночная тьма. Завтра утром будет время сделать все, что не успел. Привет, ребята! А вы знаете, какой сегодня день? День гимнастики. Маргарита Слиш и Маша Австраленко уже ждут нас. Поэтому давайте скорее начинать. Девочки, посмотрите, что же я вам принесла. Как вы думаете, для чего это? А что это такое и зачем? Ты что, не видишь? Это же мячик. Можно мы с ним поиграем? Конечно же можно, но он совсем не для того, чтобы играться. Как вы думаете, зачем? Зачем такой красивый костюм? Может быть, вы видели, что некоторые спортсменки выступают в таких костюмах? Да. Что за спорт? Вы не знаете? Гимнастика. О, молодец, Машенька. Да, действительно, это гимнастика. Гимнастки выступают в таких нарядных, интересных костюмах, да? Видели да. когда-нибудь? Да. А может быть, вы знаете кого-нибудь, известную гимнастку какую-нибудь? Знаете? Нет. Белорусскую? Нет? Нет. А как же Любовь Черкашина? Слышали когда-нибудь о ней? Нет. Давайте посмотрим, как она выглядит. Очень красивая девушка, да? Да. Принесла нашей стране очень много побед. Так вот, девочки, сегодня мы празднуем день, как вы уже догадались, чего? Гимнастики. День гимнастики. Празднуется он последнюю субботу октября каждый год. Я даже не знала то, что есть такой праздник. Надо запомнить эту дату. Конечно же, обязательно запоминайте. Девочки, так вот, этот мячик для того, чтобы показывать... Что? Номера. Свои показательные номера. Да. Девушки-гимнастки показывают разные движения, упражнения, которые оцениваются судьями. Давайте посмотрим на некоторых гимнасток. Какие у них красивые костюмы, да? Да. А с чем еще они занимаются? Как вы думаете? Со скакалкой, да? И с лентой. С ленточкой. Есть еще такие... Вот такая булава. Ну-ка, посмотрите, две. Ух ты! Булавы, да. Что еще есть? Ленты, а обруч. Еще обруч, да. А вы когда-нибудь занимались гимнастикой? Да. Занимались, и ты, Маша? Нет, я не занималась. Ты, наверное, танцем занимаешься, да? Да. А какой жанр? Хип-хоп. Хип-хоп, да, интересно, хорошо. А ты, Маргаритка, занималась гимнастикой? Да, раньше занималась гимнастикой. Меня там шпагат научили делать. Да ты что, а ты до сих пор умеешь на него садиться? Да. На любой? И на любой. На поперечный, и на продольный, да? Да. Какие вы умнички у меня. Я тоже в детстве занималась художественной гимнастикой. А вы когда-нибудь слышали, какие отличия? Есть художественная, есть спортивная. Как вы думаете, чем они отличаются? Ну, то, что в спортивной они, наверное, выше прыгают. Давайте посмотрим, с чем занимаются на спортивной гимнастике. Ну-ка. Кольца. Кольца, да, используют. Что еще? Такой так называемый козел, через которого перепрыгивают, да? Это конь. Что еще? Бревно. Бревно, да, вот так вот интересно, перекладина. А какой вам больше нравится вид? Художественная гимнастика или спортивная? Художественная. Художественная. И мне тоже художественная. Да, да, действительно. Художественная гимнастика – это больше для девушек, да? Да. Где есть красивые наряды, как вот эти, да, со всякими бусинками, да, красивыми ленточками. Хотели бы заниматься профессионально? Да. Да? Девочка, как вы думаете, как долго длится карьера гимнастки? До 25 лет. Да, действительно. Карьера гимнастки длится не очень-то и долго, примерно до 23-25 лет. Вот так вот. Девочка, как вы думаете, как давно появилась вообще гимнастика? Я даже не могу предположить. А ты, Машенька, как думаешь? 100 лет, 400, может. Ага, вот так, как ты думаешь, хорошо. На самом деле, точная дата появления гимнастики неизвестна, но это точно не одно тысячелетие, а намного-намного раньше. Вот появилась гимнастика. Существует много версий. Кто-то считает, что гимнастика появилась в Греции, а кто-то считает, что в Индии, а кто-то твердит, что в Китае еще 4000 лет назад, представляете? А зачем вообще придумали гимнастику?
Гимнастику придумали для того, чтобы подготавливать юношей к Олимпийским играм. Как вы думаете, они были в то время? Да. 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 Какие бывают Олимпийские игры? Спортивные. Угу. А когда они бывают? Зимой? Зимой и летом. Да, действительно. А чем они отличаются, эти виды? Зимой они катаются на коньках. Да. То есть в зимние Олимпийские игры свой спорт, да? Например, да. Хоккей. Что еще? Коньки. На коньках, да, катаются, да. Что еще? Хорошо. А летом что? Бегают на Олимпийских играх летом? Да. Да, конечно же. Прыгают? Да. Да, да. Так вот, в то время тоже были Олимпийские игры, которые включали в себя борьбу, бег, прыжки в длину и много чего другого. Основная цель гимнастики – это военная подготовка юношей. Вот так вот. Они же много бегают, да? Да. Нужно да. готовиться. Так вот и появилась гимнастика. Интересно? Да. Очень. Ну вот и все, мы теперь разобрались. Девочки, а как вы думаете, чтобы стать хорошей гимнасткой, сколько нужно тренироваться в день? 14 часов в день. Да, примерно 14 часов в день тренируются настоящие профессионалы-гимнасты. Вы бы смогли так? Наверное, нет. Не смогли бы, а почему же? Ну, может, это очень сложно. Это сложно, конечно же, как и другой спорт. Ведь во всем нужно что? Терпение, трудолюбие. Что еще? И сила воли. Сила воли, молодец, Машенька. И, конечно же, большое желание стать профессионалом в своем деле. Да. Да? Ну что, сегодня мы с вами узнали, что, оказывается, сегодня праздник. День гимнастики. День гимнастики. Мы узнали что-то новое, узнали? Да. А сейчас пришло время смотреть что? Мультфильм. Конечно же, смотрим мультфильм, мои хорошие, сладких снов. Пока-пока. Лунный свет крадет у тьмы владенья, безмятежно разлилась ночная тишь.